На матче юлаевцев со Слованом выражение «преодолевать трудности» приобрело особый смысл. Дело в том, что аккурат перед игрой со словаками наш клуб присоединился к социальной акции «Погуляй со мной», в рамках которой неравнодушные жители Уфы проводят совместные прогулки с детьми-инвалидами. Одним из гостей сегодняшней игры стал мальчик Эмиль, пришедший на матч в сопровождении своей мамы и защитника Агидели Екатерины Ананьиной. Но пока вот нашим ребятам не совсем везет в этом чемпионате, да, не можем найти свою игру. Что бы ты хотел пожелать юлаевцам? Никогда не сдаваться. Никогда не сдаваться и... Все будет хорошо. Все будет хорошо, все. В игре со Слованом отступать было уже некуда. После не самого удачного начала сезона нужно было кровь из носа набирать очки. Поначалу у хозяев многое не получалось, и они даже поиграли втроем против пятерых соперников. Выставив в меньшинстве, подопечные Игоря Захаркина показали словакам, как нужно разыгрывать большинство. Энквист оказался первым на добивании – 1-0. Только вот радость получилась недолгой. Перед самым перерывом наши хоккеисты пропустили. Это обстоятельство настолько разодорило юлаевцев, что они выдали шикарный отрезок на старте второй 20-минутки, по ходу которого уфимцы забили дважды. Сначала Макаров удачно подставил клюшку на пятаке, а ровно через минуту его почин поддержал Уморок, забивший после ошибки голкипера гостей. На этом голевые подвиги Салавата не закончились. Незадолго до сирены на перерыв при розыгрыше лишнего отличился Логинов. Правда, перед этим хозяева пропустили, но не особенно расстроились. Ну, Инверлисин хорошо бросил на большинстве. Где-то поймали на ошибках соперника и забили свои голы. Дабы не испытывать судьбу, юлаевцы с первых минут заключительного периода взяли инициативу в свои руки. Отчасти это, а еще и ошибка гостей, привели к пятому голу Салавата. Хрипунов сыграл на перехвате в средней зоне, а затем Лазарев вывел Чернова на убойную позицию, и тот не промахнулся. После этого эпизода наши ребята стали планомерно вести дело к победе, и даже пропущенная шайба не испортила радость от столь важного успеха. К тому же последнее слово в матче осталось за юлаевцами. Уморк забил уже в пустые ворота. Пытались играть очень, очень дисциплинированно, строго. То, что называется, играть на результат. И хорошо, что нам удались голы в численном неравенстве. И очень здорово, что мы выиграли. Это большая заслуга ребят, потому что действительно сегодня на скамейке видно было. Ребята жертвовали собой, старались все выловить, все, что можно. Первая победа по ходу текущей домашней серии добавила позитива. Тем более уфимцы впервые в сезоне забросили больше 4 шайб. Теперь на очереди Медвежчак. С нетерпением ждем следующей игры. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов и Айнур Ибрагимов. Хоккейный клуб «Салават Юлаев».